В американском штате Калифорния возросло число жителей, столкнувшихся с перебоями в подаче электроэнергии. Об этом сообщили больше 800 тысяч человек. Сбой произошел в результате проливных дождей и наводнения. Это уже второй за последнюю неделю ураган на территории штата. Обильные осадки затопили улицы. В некоторых районах порывы ветра достигали 157 километров в час. Отмечу, стихия принесла в регион обильные осадки и оползни. Одна из серьезных проблем – это то, что сложно выбраться куда-то из отеля. Элементарно за продуктами не выйдешь. Мне жаль людей, которые вынуждены жить здесь и сталкиваются с неудобствами и опасностями из-за погодных условий.